Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами сделаем удивительную лампу, которая очень похожа на летающую тарелку. Посмотрите, какая красота! Сделать ее можно очень просто из пластиковой бутылки, пару тарелок одноразовых и добавив сюда лампочки и еще некоторые мелочи. Посмотрите, как смотрится это на вашем столе. Итак, берем бутылки, желательно цветные какие-нибудь, любого цвета. Две, вот я взяла пластмассовые тарелки, можно бумажные. И в них сделала вот такие дырки, одну маленькую, другую побольше. Дно бутылок я отрезала, теперь я закругляю края на горячем утюге, для того, чтобы удобнее было их приклеивать. Вот посмотрите, что я как раз сейчас и делаю, приклеиваю. Так, это была 2-литровая бутылка, это литровая бутылка синего цвета. Посмотрите, это будет верх нашей летающей тарелочки. Симпатично. Это пенопласт, я его нарезала на квадратики. Это белый фом, также на квадратики. И фом теперь приклеиваю на пенопласт, для того, чтобы пенопласт не плавился и чтобы бутылка не коробилась, когда вы будете приклеивать ее. Вот теперь на фом наношу я горячий клей. И теперь можно спокойно прикладывать к пластиковой бутылке. Ничего не будет коробиться. Длину ленты можно делать любую. Благодаря вот этим квадратикам можно и удлинять. Так, то же самое мы делаем и с синей бутылочкой. Конечно, сначала нужно поставить пометки, через какое расстояние вы хотите сделать вот эти вот квадратики поставить. Теперь вы делаете 3 маленькие дырочки. Это будет дно тарелки. И на шпажки, вот я их порезала на маленького размера шпажки, наносим бусинки. Снова теперь снизу наносим горячий клей. Немножко прямо у самого основания. И надеваем еще одну бусинку. И тут же поворачиваем эту шпажку, эту палочку немножко в сторону, чтобы ножки у нас смотрели в разные стороны. Вот сейчас посмотрите, как все получилось. Теперь берете обыкновенную белую трубочку для коктейлей. Я вот ее разрезала на 3 части. Теперь надеваем, ну, чтобы закрыть цвет шпажки. Можно этого не делать, можно просто покрасить белого цвета ножки, сделать так будет просто красивее. И снова надеваю я бусинки. Ну, просто такой дизайн я придумала. Я считаю, что так было бы лучше. Вот посмотрите, как аккуратно белая, прям настоящая космическая получается тарелочка. И вот теперь почти холодный клей, почти холодный, нужно почаще выключать. Но лучше, конечно, наносить клей на саму тарелку. Сделайте там пометки и лучше клей на тарелку, а потом уже фом. Потому что фом плавится. Вернее, не фом, а пенопласт. Теперь я проделаю лампочки, как видите, и снова наношу почти холодный клей на пенопласт и быстро-быстро приклеиваю вверх тарелки. Вот что получилось у нас в конечном итоге. Мне лично больше понравилась синяя тарелочка. Она вообще чудно смотрится. У нее я сделала покороче ножки. У зеленой у меня чуть повыше. И посмотрите, как здорово, как замечательно. Детишки будут ваши очень сильно рады. И прекрасная поделка на конкурс. Всего вам доброго. Приходите и смотрите другие мои видео, ставьте лайки, пишите ваши комменты, понравилось вам или нет. Всего вам доброго, до свидания.